Добрый день, уважаемые жители города Балаковского района. Хотелось бы вас проинформировать, что с октября месяца ярмарки выходного дня в субботу принято решение, что будут проходить рядом со Старградом на улице Чернышевского, а в воскресенье с правой стороны от администрации. Приглашаем вас всех принять участие, закупиться овощами, фруктами и сопутствующими товарами. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы, по крайней мере, ближайшие первые, может быть, две ярмарки были у Старграда. И после того, как будет нанесена разметка на факеле, посмотрим, значит, по асфальту и по всем остальным, и там уже будет приниматься решение, об этом мы сообщим.